необъяснимое. Сегодня я покажу вам 5 страшных видео, которые вызывают ужас. Вы готовы? Тогда погнали. Но прежде чем мы начнем, хотел бы пригласить вас на кнопочный стрим. Обещаю, будет очень интересно, душевное общение. Распакуем кнопку и разыграем фирменный мерч. Начало прямой трансляции уже в субботу, 18:00 по московскому времени. Жду вас всех. А первое видео, которое хочу вам показать, вызывает самый настоящий ужас и омерзение. Парни из США заказывают эти паразита, и скажу вам, недешево он стоит. Все паразиты якобы находятся в банках в состоянии сна. В этот же день вечером раздается звонок у двери, им привозят коробок. Коробок является контейнером для перевозки биологической угрозы. Ребята распаковывают его, и неожиданно происходит ужасное. Давайте посмотрим. Should we put these gloves on, bro, before we touch anything? Let's see what's in the jar first. Here, give me the camera. Pick it up. Dude, I think this is it. Looks dead. I think we got ripped off, bro. Back in the box. We put the gloves on. Why? We got ripped off. Ah! What the hell was that? Bro! Are you okay? What's wrong? Dude, it bit me! What just happened? Close it! What is that? Dude! Stop. Let me see it! Dude! I'm fine! Dude! It's not a big deal! It doesn't hurt anymore! Let me see it! Stop! It's not a big deal! It doesn't hurt anymore! Dude, come on, bro! You're covered in sweat, dude! Are you feeling okay? You don't look fine, bro! Yo, let me take you to the hospital right now, bro! This is ridiculous! Please, dude, come on, let's go! What, you can or can't? What? I don't have health insurance. Dude, you're gonna die, bro. You do not look good. Chester? What? Chester? Chester? Chester! Oh God. What is that? Ah! Ah! You almost hit me! Chester, wake up! Вчера мне в Одноклассниках в личку написала подписчица. Девушка прислала жуткое видео, на котором показан якобы живой оборотень. Дело происходит в Казахстане. По легенде, местным жителям удалось ранить одного из особей. Также ходят слухи, что он попал под машину. В коротком исходном ролике, опубликованном в TikTok аккаунте MBA555, автор которого предположительно и поймал этого оборотня, мы можем видеть страшное существо, похожее на волка или собаку, лежащее на столе и тяжело дышащее. Ролик набрал уже более 2,5 миллиона просмотров, причем первый удалили. Давайте посмотрим на него внимательно. Sure.
встречи происходят так быстро, что вы даже не успеваете их заметить, и в конечном итоге их подвергают сомнению. К счастью для участников этого клипа, их странное противостояние было снято на пленку. В конечном итоге видео выложили на всеобщее обозрение. Ролик был загружен в TikTok пользователем Лео Касл. В кадре мы видим отрывок с камеры наружного наблюдения. Улица темная и пустая, конечно же, за исключением двух мужчин, которые прогуливаются по тротуару. Они идут и о чем-то спокойно общаются, не обращая особого внимания на то, что происходит вокруг них. Это до тех пор, пока их не остановит нечто странное. Посмотрите внимательно. Мужчины были сразу же поражены чем-то, проедающим мимо них на чрезвычайно высокой скорости. На самом деле объект двигается так быстро, что камера еле успевает его словить. Ребята резко останавливаются и в недоумении оглядываются. Хотя видео уже кажется очень странным, но оно становится еще более причудливым, когда вы замедляете отснятый материал. На самом деле заметно, что пролетающий объект на огромной скорости мимо мужчин оказывается человеком. Замедляя кадр, вы можете заметить, что объект, пролетающий мимо мужчин, очень похож на человека. Он одет в темную одежду и виднеется бледная голая рука. Он пролетает в нескольких сантиметрах над тротуаром, полностью параллельно земле. Очевидно, что ни один человек на земле не может двигаться с такой высокой скоростью. Так как же объяснить эти странные кадры? Также ни в одном месте клипа вы не сможете разглядеть крылья или что-то подобное, делая способ, которым он летает, полной загадкой. А как думаете, может ли этот странный объект быть каким-то духом? Или же этот человек со сверхспособностями? Конечно же, если скептически подойти к этому видео, то мы можем подумать, что оно было как-то отредактировано. Но это очень сложный монтаж. Друзья, как вы думаете, что это такое? Пишите свои мысли в комментариях. А для вас у меня есть небольшой челлендж. У вас есть 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокол. Поехали! Следующее видео начал слышать странные звуки на своей собственности поздно ночью. Он начал подозревать, что там может быть какое-то странное существо или опасное животное. С камерой в руках ему наконец-то удалось выйти на задний двор и набраться смелости, чтобы пойти расследовать. Когда он начинает поиски странного животного, идя на звуки, он понимает, что скорее всего это какой-то опасный зверь. Они медленно подходят к заброшенному зданию поблизости. Здание очень старое. Они не знали о его существовании. Они осторожно входят в полуразрушенное строение. По мере того, как визжащие звуки усиливаются. В темноте ребята бродят в поисках ужасных звуков. Затем из-за деревянной балки выглядывает нечто, и они в ужасе от того, что они видят. До этого на своем YouTube-канале я уже выкладывал подобных существ. Они были сняты в разных странах, и это очень странно. У меня есть предположение, возможно, продается какая-то маска, которую купили все участники этих событий. Действительно существуют подобные твари. Я не знаю, что это, инопланетяне или какие-то мутанты. Но на Рейка это точно не похоже. Как вы думаете, что это? Напишите свои мысли в комментариях. Очень интересно читать ваше мнение. Следующий клип выложил тиктокер Даниил Моисеев. По его словам, на видео мы можем видеть окно в их бывшем доме. Комната внутри кажется темной, есть жалюзи, которые частично открыты и не могут дать нам полный обзор комнаты. И если вы присмотритесь, то почти 100% можете заметить, почему тиктокер так быстро поделился этим клипом в интернете.
от лица, что задал вопрос своим зрителям. Он спросил: подумайте, что это за лицо, это демон или дух? Но пока одного этого клипа недостаточно, чтобы полностью ответить на этот вопрос. С первого взгляда действительно кажется, что это какое-то лицо глядит на нас из окна. И чем дольше вы смотрите на эти кадры, тем более очевидным и реальным становится лицо. Конечно же, некоторые сразу же предположили, что странная форма была вызвана пареидолией. Это такая склонность человеческого мозга искать известные нам узоры там, где ничего нет. Это такой способ осмыслить мир. Очень часто люди видят лица в неодушевленных предметах. Возможно ли, что это жалюзи или игра теней создали это лицо? Или в кадре действительно что-то паранормальное? Друзья, на этом все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал Необъяснимое, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго.